Солнышко, если ты хочешь пообщаться со мной, ты всегда можешь найти меня на моем Discord-сервере. Я отвечу на все твои вопросы лично, а ссылочка в описании. 5 лайфхаков для тусовки с друзьями дома. Всем привет, с вами Дип. Если вы решили устроить у себя дома тусовку и думаете, как же удивить друзей, ну или просто над ними поприкалываться, то эти лайфхаки для вас. Поехали! Ля, ты гляди! Да посмотри, ЛСП, успокойтесь, я посмотрю, я сейчас ЛСП, можете успокоиться? Возьмите банку от чипсов, стаканчик и 4 трубочки. Банки на одном уровне сделайте 4 отверстия. И похавайте одновременно колу там с этими стринглс. После в банку поместите стаканчик и в нем также сделайте 4 отверстия. А, он додумался. В эти отверстия вставьте трубочки. Так там все выливаться будет, камон, чел. И все загерметизируйте клеем. А, он продумался, ребят, теперь он все продумал. Теперь можно наполнять сразу 4 стакана. Причем во всех уровень жидкости будет одинаков. Кстати, умно, ребят, у меня реально неплохой лайфхак, я бы такое завязала, на самом деле. Ну, конечно, льется медленно, жесть. Согласитесь, что с обычным светом тусоваться как-то скучновато, поэтому берем пенопластовый шар и ненужные серединки. Поэтому, ребят, тратим 20к. Нарезаем диски на кусочки и эти кусочки приклеиваем к шарику. Получается диско-шар. В принципе, уже и так круто, но можно заморочиться и добавить моторчик, работающий от батарейки. Знаете, вот это я понимаю диско, ребят. А из куска провода делаем крюк. Прячем все это в корпусе из картона. Вот это прям диско. Вон, не заработал. Подсоединяем батарейку и направляем свет фонарика. Прикольно и бюджетно. Я думаю, сейчас включу. Будет классно. Возьмите обыкновенную посуду и с помощью маркера напишите или нарисуйте на ней все, что пожелаете. Чуть не умерла сейчас. Кстати, по таймингу было, по таймингу. На полчаса. И температуру поставьте 150 градусов. Пока посуда в духовке, давайте приготовим еду для своих друзей. Просто пожарим картошки. Я с помощью овощечистки можно почистить картошку. И сразу же нарезать ее на ломтики. Согласен, это бред. Проще будет нарезать ее ножом. Ну хотя, если нож тупой, или вы просто с ним не умеете обращаться, то норм. О, господи, я реально подумала, что сейчас порежется. О, Cradles. Ой. Через полчаса достаньте посуду и дайте ей остыть. Теперь маркер никогда не смоется, как бы вы ни мыли посуду. Практически бесплатно мы получаем эксклюзивную печать на посуде, которая точно удивит ваших друзей. Представляешь, жрёшь себе картофан, а там на дне ты лох, ха-хах. Трек Cradles. Пожалуйста, кто-нибудь из модов, скиньте трек Cradles. Спасибо, как вкусно. Я лох. А вы когда-нибудь задумывались, как поместить маленький шарик в шарик побольше? Возьмите трубочку и намотайте на нее шарик. Далее просто поместите шарик в прозрачный шарик. С помощью трубки... Это точно прозрачный шарик? Трубочки надуваем сначала прозрачный шарик, а потом обычный. Это точно шарик? Готово. Это реально шарик, точно? Если вы на тусовке хотите подзаработать, то можете поспорить с друзьями на деньги. Возьмите любую емкость, заполните ее водой и на воду поместите горящую свечку. Поспорьте с друзьями, что вы сможете погрузить свечку на дно и при этом огонь не потухнет. Такое когда невозможно! Когда они вам не поверят, возьмите стеклянный сосуд. Поместите его над свечой и тихонько опускайтесь вниз. Свечка будет гореть, пока не кончится весь кислород в сосуде. Офигеть! Вот я понимаю, человек умный сидел. Чтобы во время тусовки не разбить свой телефон. Да опять не хватает диска в штуке. Да и просто защитить телефон от падений на... Спасибо, бро. Держи сердечко. На улице можно купить защитный чехол. Ну или сварганить из подручных материалов. Но это не спасет от падений и ударов. Поэтому надо сразу брать смартфон Vertex Stone. Да, расскажи, брат, расскажи. Шарик в стакан и бросьте все это с высоты 1 метра.
Получится как-то так. Поспорьте с друзьями, что вы сможете бросить стакан так, что шарик отскочит. Ну задрал уже спорить. Кто спорит, тот говна не стоит. После того, как друзья сами попытаются это сделать 100 000 раз и после сдадутся, возьмите и налейте в стакан немного воды. Теперь при падении шарик будет подпрыгивать вверх. И? Если друзья начали громить вашу квартиру, то усмирить вы их сможете с помощью... Ставь лайк, если также громишь квартиру друзей. Воздухов. Это такая штука, которая как пен дует воздухом. Только в 1000 раз мощнее. Ля, чел, херово, парни. Пипец они кринжово делают на самом деле. В качестве патронов можно использовать пенопласт. Я не кринжовый, жесть. Но если вы с друзьями желаете просто развлечься и почему-нибудь пострелять, например, по банкам, то в качестве патронов можно использовать что-нибудь потяжелее. Возьмите садовый распылитель, налейте в него воду и накачайте давление. Как видите, он просто распыляет воду. Угу. Это нам не нужно. Мы снимаем колпачок и отрезаем вон ту штуку, как показано на видео. И закручиваем колпачок обратно. И сейчас теперь быстро у нас получается нереально мощный водный пистолет. С помощью него можно прикольнуться над друзьями. Ты ощущаешь, что на них сыт? У меня такое ощущение, что сразу сыт. Я не знаю, где Вова, ребят. По приколу помыть посуду и так далее. Фу. У машины так, по-моему, фары реально. По-моему, фары. В предыдущем видео я сказал, что отдам все деньги с продажи вещей одному из подписчиков. Победителем становится вот этот парень. Его идея мне понравилась больше всего. А теперь... В банке стоит горящая свеча. Возьмем и наполним банку водой. Как он так аккуратно сделал? Свеча не потухла. Если потому что сейчас стоит за банкой, короче. Она не в банке, она за банкой стоит. Если этого фокуса, то пишите в комментариях. Победитель получит... Лол, потому что сейчас за банкой стоит... Какой... Скажите мне, каким нужно быть реально тупым, чтобы не понять то, что стоит сейчас за банкой? Вот вы бы поняли? Скажите, вы бы поняли? Okay.